Об этом человеке, фамилия которого без преувеличения знакома морякам многих стран, написать я уже давно собирался. Поначалу казалось, что проблем не будет. Он, как и я, носит морскую форму, служил в одно время с моим отцом, но в действительности оказалось все сложнее. Несмотря на мировую известность, этот человек оказался очень скромный, и все мои попытки оканчивались бесплодно. «Да не надо мне никаких газет», – отвечал он мне по телефону. «Но отступать от задуманного не хочется, и я попытаюсь рассказать о знаменитом херсонце, который стал при жизни живой легендой – капитан Олег Павлович Ванденко. О нем этот рассказ». Будущий капитан родился в семье военного моряка, который проходил службу на Дальнем Востоке. В день его рождения, 25 января, на остров Русский в заливе Петра Великого обрушился Тихоокеанский тайфун. Так как вокруг были военные моряки, то стало самим собой разумеющееся, что мальчик пойдет по морской стезе. И надо сказать, что будущий мореход это старался доказать еще в раннем детстве. Сначала Олега вытащили из бочки с водой, куда тот залез вниз головой. Затем как-то с друзьями он отправился рыбачить на резиновой лодке. Сильный ветер начал уносить их в открытое море, и неизвестно, чем бы закончилось плавание, не приди на помощь матросы на шлюпке. Но ветер странствий не давал покоя, и следующее путешествие было организовано на плоту. Экипаж состоял из Олега и двух его младших братьев, 8 и 5 лет. Когда до отхода оставалось несколько минут, на берегу появился отец. Разговор будущего капитана с капитан-лейтенантом военно-морского флота был насыщенным и закончился суровыми мерами. Но несмотря на занятость, Ванденко-старший находил время поучить сына управлению шлюпкой на веслах и под парусом. После того случая Олег нес персональную ответственность за поступки младших. И кто знает, может эта мера помогла позже в становлении воспитателя будущих мореходов. В 1947 году демобилизовался Павел Ванденко. И после месячного путешествия в воинском эшелоне семья приехала в Херсон. Прошло всего 2 года после войны, и город еще лежал в руинах. На улице больничной на небольшие сбережения был приобретен небольшой домик. Время было трудное. На не успевших отойти от войны жителей города и области обрушилась засуха 46 года. Хлебозаготовки, которые проводились с перевыполнением, привели к тому, что люди стали голодать. 2 года народу пришлось выживать. В 1950 году, после окончания 20-й средней школы, Олег Ванденко становится курсантом Херсонского мореходного училища. По тем временам попасть туда считалось большой удачей. Полное гособеспечение, морское обмундирование, питание, ну и требования были к будущим мореходам повышенные. В училище была военная дисциплина, ротами командовали морские офицеры, прошедшие войну. В учебных аудиториях под руководством опытных педагогов курсанты постигали морские специальности. В отличие от сегодняшнего дня, курсанты ХМУ проходили ежегодную практику на судах черноморских пароходств. На танкере «Грозный» Ванденко совершил стремительный взлет по должностям. Начав обыкновенным матросом, он через месяц стал 4-м помощником капитана. Усердного и грамотного практиканта несколько позже капитан назначил своим 3-м помощником. Немало внимания уделялось шлюпочным учениям и хождению под парусом. В сентябре неожиданно курсантов отправили в Одессу, где после прохождения медкомиссии зачислили в учебное подразделение, где готовили командиров штурманской боевой части военных кораблей. 1,5 года юноши носили военные погоны, после чего их также неожиданно отправили в запас, досрочно присвоив 1-е офицерское звание. Новоиспеченных лейтенантов отправили доучиваться в Одесское мореходное училище.
Но Олег Ванденко добился перевода в родное училище, которое закончил с отличием в июне 1955 года. Комиссия по распределению брала выпускника за жабры, придирчиво изучала и назначала место будущей работы. Каспий, Север, Дальний Восток, Балтика. Олегу Ванденко предложили должность третьего помощника капитана на учебно-практическом судне «Товарищ», которым в то время командовал капитан Черный. 10 августа 1955 года в Одесском порту он вступил на борт парусника, впоследствии ставшим знаменитым, с которым его свяжет судьба на значительную часть жизни. Построенный в 1933 году на немецкой верфи «Балум» и «Фос», парусник после окончания войны достался СССР по репарации в 1951 году. После ремонта в Висмаре и Лиепае товарищ, названный в честь погибшего барка в годы войны, был прописан Херсонскому мореходному училищу. На раскачку времени молодому специалисту не было. В тот же день барк отдал швартовы и взял курс на Ялту. Начались морские будни. На борту постоянно находились курсанты, практиканты. Несмотря на то, что молодой штурман сам только что закончил училище, он продолжал учиться у своих начальников, у капитана, который имел за плечами войну и командовал до 1952 года дизель-электроходом «Россия», у старпома Михаила Дворовского, который ходил на довоенном товарище под командованием легендарного Лухманова. В 1956 году на капитанский мостик барка встал опытный парусный моряк Васильев. Под его командованием барк совершил рейс вокруг Африки, из Черного моря вокруг Черного континента к берегам Индонезии, Индии, а затем обратно. Было пройдено 24 тысячи морских миль. В 1960 году 26-летний Олег уже выполнял обязанности старпома. И когда на ремонте в Варне заболел капитан, то Ванденко справился и с его обязанностями. После ремонта, приняв в Одессе на борт практикантов, товарищ вышел в море. Это был первый рейс, когда Ванденко самостоятельно вывел товарищ в море. Он блестяще справился со своими обязанностями. Дорога на капитанский мостик была открыта, но молодой моряк посчитал, что он еще недостаточно подготовлен, и подал рапорт начальнику ХМУ, в котором отказывался от исполнения обязанностей капитана. Согласитесь, не у каждого хватит смелости признаться в своей профессиональной недоподготовленности и отказаться от высокой должности. У Олега Ванденко это мужество было. И он под командованием уже нового капитана Антипова продолжает ходить в рейсы, совмещая их с учебой. В 1964 году он получает диплом капитана дальнего плавания, а в 1965 диплом инженера-судоводителя. С 1966 года география походов расширилась. Красавец Барк можно было увидеть не только в Черном и Азовском морях, но и в Средиземном. Когда парусник появлялся в зарубежных портах, на экскурсию на него пытались попасть тысячи людей. Уже тогда моряки прозвали его в шутку «Барк-товарищ, полпред СССР». В 1968 году капитан Антипов перешел на работу в Укрречь-флот, и его место занял 33-летний Олег Павлович Ванденко. Заповедь адмирала Макарова «В море дома» на судне исполнялась буквально. Каждую навигацию барк под красным флагом можно было встретить в любой точке Мирового океана. В 1976-м товарищ посетил Балтимор, где праздновалось 175-летие американского фрегата «Constellation». В то время США и СССР находились в состоянии холодной войны. Но несмотря на это, во время визита на американский континент капитану Ванденко и экипажу удалось то, что не смогло целое Министерство иностранных дел.
Своим визитом они растопили лед холодной войны. Советские суда смогли заходить в американские порты. О том, как были очарованы простые американцы моряками, можно судить по записям книги гостей. «Великий народ, благодарим за ваше гостеприимство!» Фрэнк и Луи Патрик, Нью-Йорк. «Добро пожаловать, а также искренние пожелания долгой дружбы!» Мартин Нейш, Бруклин. Официальные власти преподнесли Олегу Павловичу золотой кубок Атлантики и символический ключ от города Балтимор. Звездный час для парусника и его капитана наступил в 1974 на Балтийской регате «Парус-74». Несмотря на шестибалльный ветер, курсанты-практиканты поставили раньше паруса, чем на судах соперников, и вырвались вперед. В Гдыню Барк пришел первым, опередив немецкий Барк Горхфок на 16 часов и на 22 часа польский Дар Поможе. Но это была не единственная победа капитана Ванденко. Через 2 года на парус-76 он снова привел свой барк к победе. Причем гонки проходили далеко не в идеальных условиях. После старта можно было осмотреться, вспоминал позже капитан Крузенштерна Шнейдер. Все суда несли полную парусность. Гонку открывал товарищ. Он шел с эффектным креном 25-30 градусом. Так, что верхняя палуба с левого борта уходила под воду. В принципе, ветер 7 баллов – предел для старого рангоута. Однако Ванденко и не думал убирать паруса. Он стремился держать максимальную скорость и оторваться от соперников. Утром следующего дня на мостике появился сияющий радист. Ванденко финишировал первым. 20 июля на торжественной церемонии в Гдыне председатель Госсовета Польши Генрик Яблонский, руководитель СТА, получил за победу в классе судов А и общую победу столько призов, что их пришлось уносить целой командой. Огромный сверкающий флорентийский кубок, кусок гранита с мыса Горн и судовой колокол, и золотую медаль, и дипломы. Но кроме регат, капитан по-прежнему продолжал выполнять главную задачу – подготовку кадров для морского флота. Однажды Олега Павловича спросили, зачем отправлять в море курсантов на парусном судне, когда море бороздят современные суда, напичканные автоматикой и электроникой. «Парусник никогда не устареет», – возразил знаменитый капитан. «Здесь моряк и море глаза в глаза. Здесь каждый из нас гораздо острее чувствует взаимодействие судна, ветра, волн. Именно на таком корабле, в тяжелом физическом труде, взращиваются в молодом человеке ценнейшие качества, характер, смелость, взаимовыручка, способность никогда не теряться в самых экстремальных ситуациях, одолеть страх перед бушующим морем, перед высотой, не обращать внимания на качку. Согласитесь, что это занятие для настоящих мужчин». Эти слова подтвердила сама жизнь. Многие курсанты, которые учились у капитана-товарища, сегодня сами стоят на капитанских мостиках и вспоминают добрым словом своего наставника. 70-е годы были наиболее активными в жизни Олега Павловича. Парусные регаты, представительский поход вокруг Европы в 77-м. Но даже став известным, Олег Ванденко никогда не почивал на лаврах. Чтобы не забыть, как командовать современными судами, он постоянно выходил в море в качестве капитана современных судов. Руководство морского флота СССР высоко ценило деловые качества капитана-товарища. И в Гданьске на судостроительной верфи началась закладка парусников новой серии. Его назначили руководителем группы наблюдения. Многое, что предложил польским судостроителям Олег Павлович, было учтено при строительстве парусников «Дружба», «Мир» и «Херсонес».
1987 году, спустя 33 года, Ванденко вернулся в стены родного Херсонского мореходного училища начальником. Но даже став руководителем кузницы морских кадров, он умудряется выходить со своими воспитанниками в море. В мае 1993 года он поднялся на мостик товарища, чтобы принять участие в регате «Операция Парус-93». Несмотря на почтенный возраст, Барку тогда исполнилось 60 лет, он занял третье место. Из-за отсутствия государственного финансирования и полнейшего равнодушия со стороны чиновников в морских мундирах руководить училищем и парусником с каждым годом было все труднее. Но Ванденко не сдавался. В 1994-м ему удалось после переговоров с командованием военно-морских сил Украины организовать на товарище практику в три потока. Тогда впервые на палубу барка вступили военные курсанты, с которыми был совершен поход в Средиземное море. В 1996 году заканчивался срок действия судовых документов товарища. Судну требовался срочный ремонт. На Вильной и Незалежной все обращения капитана Ванденко остались без ответа. Лишь одна организация в Англии предложила провести ремонт в Ньюкасле. И в апреле 1995 года капитан повел свой барк к берегам Туманного Альбиона. Тогда никто не мог предположить, что это последний рейс. В Англии ремонт не состоялся. Олег Павлович пытался решить эту проблему уже и в Германии. Прорабатывались различные варианты, но положительного результата достичь не удалось. Зато на родине Ванденко начали изрядно поливать грязью. Обвиняли его в том, что он хочет продать знаменитый парусник и, получив деньги, остаться на Западе. Позже правительство Ющенко сторгует за него смехотворную сумму в Германии. Капитан боролся за свой корабль до конца, но обстоятельства оказались сильнее. И 14 мая 1997 года он сошел в последний раз по трапу корабля. Когда он вернулся домой, то место в родном училище оказалось уже занято. В 1991 году, когда распустилась Компартия Украины, остался без работы партийный номенклатурщик Владимир Ходаковский. И капитан Ванденко взял его в училище. Спустя годы Ходаковский отблагодарил выручившего его в трудную минуту капитана. Бывший коммунист использовал все свои связи в Киеве и с помощью министра образования Кременя занял место начальника училища. Места капитану дальнего плавания в родном училище не нашлось. Вернувшись домой, Ванденко не остался на берегу, а снова ушел в море. С 99 года он работал в центре подготовки плавсостава, исполнял обязанности капитана-наставника в судоходной компании «Вектора». Годы давали знать за себя, а последние события в жизни здоровья не прибавили. В советское время Олега Павловича наградами не баловали. За все годы он получил лишь орден Трудового Красного Знамени. За время независимости Украины он не получил ни одной награды. Последние годы его жизни ветеранские организации два раза выходили на сессию горсовета с предложением присвоить ему звание почетного гражданина. Но депутаты думали иначе. Последние годы Олег Павлович много болел. Капитана дальнего плавания не стало 4 ноября 2007 года. Его похоронили на кладбище возле поселка Геологов. В городе про него забыли. Но заслуженного капитана дальнего плавания Олега Павловича Ванденко помнят тысячи и тысячи моряков, которым он дал путевку в моря. Останется морем, и нам никогда не прожить без морей. И все-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей.